Кадеты столичной СОЖ номер 37 надели бальные платья и закружились в ритме вальса. Кадетская весна в этой школе проходит впервые, но ее уже планируют сделать традиционной. Юным танцорам от 7 до 12 лет. За плавными движениями скрываются долгие часы тренировок. Танцевать с кадета начинают с первого класса. На занятиях по хореографии они учатся держать осанку, осваивают танцевальные па. Классический венский вальс – именно этот танец обязателен для участников конкурса. Причем в двух номинациях – групповое исполнение и индивидуальное. Бал, пожалуй, самая красивая часть кадетской жизни. Ване Федорову очень понравилось танцевать, но все же в кадет он пошел, мечтая стать военным, как его дядя. Ну, кадетский класс отличается тем, что там это дополнительная, это строевая подготовка, это ОБЖ. Я хочу научиться стрелять, разбирать, собирать автомат. Маршировать хорошо. Такой бал школа планирует проводить ежегодно, а кадеты уже начинают к нему готовиться. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика.